поглядеть, попробовать пострелять. Это так, чтобы ты понял. Всем привет, дорогие друзья мои, подруги, и с вами, как всегда, Алекс, и это ДМЗ, четвертый сезон, перезагрузка. Ты видишь, у меня в руках красивенный новый дробовик. Значит, пошли в боевой пропуск. Боевой пропуск у нас завершен, но будут еще каточки до завершения боевого пропуска. То есть я позаписывал их, я тебе их покажу. Значит, новое. Как открыть? Собственно говоря, убейте исполнителей 10 прицельными выстрелами. Получено убейте исполнителей 10 выстрелами от бедра из дробовиков. Тоже сделали. И вот это сделали, в голову из дробовика надо убить. Потом убейте 10 с одного выстрела из дробовика. То есть это, как вам сказать, тут в упор надо, да, выстрелами в голову, вот, выстрелами из бедра, прицельными выстрелами. А убейте исполнителей 10 с одного выстрела из дробовика, это фактически ты в упор подходишь, стреляешь, любой дробовик берешь. И потом самое главное, убейте исполнителей 30 выстрелами совсем в упор. Это когда, да, я долго делал это в сетевой игре, ну как долго, ну минут так 20, наверное, поделал. Я на шипменте, да, самый-самый упор подходишь и желательно далеко не стреляешь, вот. Как играли мы на шипменте, тут еще ко мне пришел в команду мой товарищ, значит, ну как товарищ, зритель канала, да, зрители канала у меня все товарищи и все друзья. Вот, поэтому сейчас я покажу на шипмент, но мы сходили в ДМЗ и пойдем в ДМЗ с тобой, сходим еще. Возможно, тоже. Покажу ДМЗ записи. Боже, как там лагает, ребята, я не знаю, что они сделали с игрой. Там как по кадрам, тем более у меня вот, да, зритель играл со мной, товарищ, друг. И у него то же самое было, причем другие тоже откисали, просто от ботов даже откисали. Но эта пушка стирает просто на ура. Вот такой вот у нас, такая вот у нас перезагрузка. В магазине пока есть только вот эта вот девочка, появится также еще мальчик и какой-то темный скин. Я его возьму, потому что, ну, вот эту брать мне как-то не по кайфу. Я ее встречал на шипменте, она уже есть, да, уже кто-то взял ее. Но, видимо, и не все сразу добавили. А что по скинам вообще здесь, да, у нас в магазине? Ну, вот это волк, он мне на енота из Страж Галактики больше похож чем-то даже, если на волка. То есть скинов нормальных нету. Если есть скины, я их беру не потому, что там контент какой-то делать, а потому что мне нравится этот скин. Вот, допустим, вот этот скин мне абсолютно не нравится, да? Не, он прикольный, конечно, но в ДМЗ с ним бегать, ну, я не знаю, это как метку на себя поставить. А вот это тем более, да? И хоть и ягуар, да, может, тигриный лев какой-то, со Стражей Галактики волк, либо, я не знаю, енот тоже не нравится. Ну, и тут такие тоже очень-очень-очень яркие, выдающиеся. Пошли на шипмент. Я тебе покажу вообще, как он стреляет. Быстренько каточку. А перед каточкой я тебе еще победки наши сделаю. То есть, как я прокачивал, да? Такие маленькие вставки. В общем, фармить с ним одно удовольствие. Хотя фармил я со шквалом поначалу, да? В шипменте я этот сильно даже не качал. Вот так прокачал. Я тебе перед ДМЗ покажу сборочку обязательно этого дробаша. И схожу на ДМЗ. Ну чё ж, вот он, новый дробаш. Да, он у меня чуть-чуть медленно в прицел входит, но ему в прицел входить, честно говоря, и не нужно. Абсолютно, потому что это дробаш, ребята. А вот и принцесски. Новые скины. Вот и принцесски, новые скины, понимаешь, здесь. Здесь творится ужас, но посмотреть, как он работает, можно. Посмотреть, как он работает, можно. Ёб твою налево. Принцессок я очень люблю, но этот скин очень-очень. Блин, я даже перезаряжаться не успеваю. Просто не успеваю перезаряжаться. Я не знаю, если тебе будет что-то понятно. И ты не видел такого, наверное. Все с дробовиками. Получен доступ в зеленые края.
Зеленые края получен доступ. Блин, граната, да я же ушел от нее. Да, очень не хватает патронов. Очень не хватает. Очень не хватает патриков. Ну, поражение так поражение на 10 каких-то мы там этот. Я сегодня, я не знаю, это второе поражение за 40 минут у меня здесь. Вот, с этим дробашом. Ну, я еще 36 настрелял, получается, больше всего из команды. Ну, то и хер с ним. Главное прокачать оружие, и сейчас пока посмотрим в ДМЗ-шечке его. Ну чё, жвот и ДМЗ-шечка, но я уже чувствую, что лагает. Лагает конкретно. Да. Снова смотри, как картинка дергается. Ребята, привет. Это так, чтобы ты понял. Это так, чтобы ты понял, что это за дробовик. Вот, но лаги конкретные просто. Конкретные просто лаги, играть так нереально. И если так будет продолжаться, я не знаю, как снимать вообще ДМЗ, вообще играть в него тебе. Это не только у меня, то есть я играл с ребятами, я тебе вставлю это. Как мы сходили на Альмазер, я уже на Вондул пошел, чтобы как-то поменьше лагало. Но, к сожалению... Патроны. О, блин, он даже перезаряжается, лагает. Даже я стрелять не могу даже так. Понимаешь? Мы честно заработали награду. Это приоритетная цель, ребят. Это приоритетная, но лаги тоже приоритетные здесь. Я тебе просто дробовик показываю, то что он хороший. Я надеюсь, Call of Duty починят немного. Потому что так не может быть. Так нереально. Просто нереально. Ты посмотри. И я тебе честно говорю. Игроков... Это, ну, глаза выплывут просто. На бикрен нахер. Добро пожаловать в Альмазру. И мы в Альмазре, смотри, с какой херней просто. Это новый дробаш. Просто новый дробаш. Я уже повеселился, значит. Ой, что-то подлагивает. Повеселился на этом, блин, на сетевой игре. Дерганое какое-то. Да, у меня что-то тоже дергается. Скажи, как мы повеселились в сетевухе. А, блин. Это... Да сейчас какой-то ад просто. Блин, как новый ствол открылся. Это адище. Да, я сейчас пойду ботов постреляю. Вот, а ты еще музыку пишешь, да? Да. Ну, лагает, конечно, но ни хера себе просто, блин. Как будто бы по кадрам идет. Нихи, просто нихера себе. Надо каточку, наверное, перезапустить будет. Как он на ботах? Офигеть, ты видел? Надо каточку, наверное, будет потом перезапустить. На, смотри, я тебе скину.
поглядеть. Попробовать пострелять. Это я собрал есть такую фигню. Постреляй с него, я тебе говорю, найди бота, постреляй. Сейчас кого-нибудь увижу. Кнопку сразу спам. Спам кнопку просто сразу же. На выстрел, он как автомат работает. Они исчезли все. Пошли, я тебе покажу, короче, где боты. Слышь, их даже стрелять не надо, они от одного его присутствия исчезли. Это офигеть, ребята, новый дробовик. Но игра что-то залагала, в сетевой не лагала. Мы там круто, я вообще от души просто повеселился. Где-то люди рядом будут. Выдержанное вино. Они сейчас все сетевухи. Ну, я с такими лагами не знаю, как стрелять буду. Да, чудо прямо... Как это? Пошаговая стратегия. А где все боты? Тоже в сетевой дробовик прокачивают, что ли? А, вон. Видимо, вон, да. Вон, смотри. О. Вот туда. Нифига. А, я без плашек на ней кинулся. Я снова на ногах. Эх, я бы тебя поднял бы. Я бы тебя поднял бы. Саморез зря потратил. Да, найдешь. Вон плашечка. А где они? Я не знаю, должны были приземлиться. Нормально так. Ну, они приземлились. На, шприц-пистолет. Шприц, бери. Пошли искать ботов тогда, что делать? Вот игра, да, вышел перезапуск, короче. О, где? Кто? Хер его знает, 100 метров. А, вот там боты как... есть, вот там война. Кого он от киста? Непонятно. Блин, а чё ты не бежишь, не плывёшь? Сейчас посмотрим, от кого откис. А я спасти не могу. Вставай. Что, не встает-то? А, реанимация, теперь надо нажать. Вот. По-другому сделали, теперь реанимацию нажать надо. А, мне что-то это... Проблемы невозможно для таких... Кто ты, блин, это? Нифига себе. Бля, он что-то это... А где это его метка? Он не с нами, блядь, у тебя его нету? У меня он есть. О, появился. Я ему приглашение уже отправил, офигеть. Что это за лаг? Да это, наверное, лагает игра, блин. О, боты. Блин, с такими лагами... Я не знаю, в новый перезапуск сезона, конечно, идти. Но в сетевой игре клёво, да, челиков наспамили там? Да, это, блин, что-то. Это что-то. По 60... Что, будешь сейчас пострелять со своего дробовика-то? Ну, давай, постреляю. Давай, я тебе его обратно скину, пострелял. Подожди, а где ты? А, вот ты где, ты дёргаешься так просто. Да. Давай, сейчас пойдем, прикольная, короче. Прикольная. Очень тема, скоростной, очень скоростной. Штурмовать. Единственный минус, да, урона маловато. О. За счет количества, если точно насыпать в цель, то нормально будет. И без отдачи сделать. Что творится с игрой? Я не знаю, что творится. Я ботов не вижу, они... А, вот он. Разрабы молодцы, они обязательно после каждой обновы что-нибудь поломают. А после каждой обновы и тормозит, в принципе, всегда. Граната! Просто охереть! Просто охереть! Сидят на вышках. Вот этого я не знаю.
Ну, 100 метров, я считаю, это рядом. О! 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 Спиртное. А спиртное мне надо по квесту или нет? Ну, чтобы открыть что-то, я уже не помню. Так, я слиточек нашел. Короче, думаю, надо перезаходить, потому что это жесть. Будет ли нормально? Да вот должно, у меня сегодня нормально было. До обновы нормально все было, да? Ну, может, после, а, может, после обновы, если так постоянно будет, нет, то я... Вообще, кто-то. Если... Надо попробовать это, съездить туда, где вышка, вышка БПЛА запущена. Посмотреть, если после обновы так всегда будет, так я драться не смогу с ними просто вот, в такой херне. Это для пацифистов, наверное, обнова. Я просто, я не знаю, как биться с ними. Рядом, ну да, в городе их нет. 600 метров у меня уже, почти 500, так что не страшно. Да у меня как будто бы, знаешь, 20 кадров, хотя на самом деле 120-140, а чувствуется... А, не, у меня это, у меня пишет 27-25. А, серьезно? А у меня да, такой input lag. А, у меня выведено что-то, вот, статистика с игры, у меня количество кадров там... Пинг там всего. Я понял, у меня монитор показывает. Ну, показывает, вот сейчас показывает монитор... беспредел. 129, короче. И 110. И 70. Вот так работает. А у меня вот в игре, которая вот это вот сделана, ну, что выбираешь там в менюшке, чтобы выставить. Как его, блин, ну, интерфейс, короче. Вот, 25 кадров сейчас. Ну его нахер, я по боту попасть не могу даже. Ультра-1, мастер-1, эвакуация одобрена. Ультра-1, это Дина 4, мы в... Ультра-1, можно другую карту попробовать. Вместе ваши шансы на выживание выше. Кстати, идея, можно вондл попробовать? Да. Как вариант. Там здесь как-то странно. Там и ботов больше, кстати. О! Ого! Есть. Точку вызвал. Да, по мне. Там. На нахрен я вышел так рано. Я в порядке. Да, не сидел, никого не трогал. Нет, блин. Где они есть? Я думаю, с той стороны где-то точку дали. Нет никого. Что-то творятся какие-то странные вещи. Не-не-не. Ну, точка летела оттуда, очевидно. Где-то вот там. Вот. Ну, я метку не могу поставить, но где-то вот оттуда. Да-да. Да, там и стрельба. Вот там была. Возня, смотри, да, идет какая-то. Там возня идет, да. Ну чё ж, добро пожаловать в DMZ на вон. 60 кадров есть. А, да, значит будет получше уже. Может получше будет. Не, все равно подергивается у меня. О, прикольный скинчик. Да, подлагивает как-то все-таки. Да, подлагивает. У меня подлагивает. Вот, жабу с транспорта можем здесь оставить. Транспорт, вот, как появится жаба, просто пойдем и будем шпрехать ее. Можно попробовать, да? Ну, попробовать-то можно, ценник. Но идея так себе. Ну и здесь ботинка-то.
Я даже не знаю, сейчас посмотрю, сколько у меня кадров. Блин, здесь меньше, чем на Альмазере у меня. 90, такого никогда не было. Меньше, чем на Альмазере кадров. 90, такого никогда не было на Вундалит. Так, где она? Ой, боты появились. Дашь нам появились? Меточку, сейчас я тебя резну. Сейчас резну. Меточку. Вот, вот они. Да не на бота, он на жабу. Ботов сейчас. А. Жаба, блин. Полвыплатник. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас мы тебя резнем. Да, расстояние у него. Блин, сзади. Денег на эти плашек купить. Плашек сейчас куплю. А, я думаю, что это они сагрили, все подорвали. Я тебе плашечки скинул здесь. Ну чё, поехали за жабой тогда. Только меточку ставь, говори, где она, направляй. Ёб твою налево. Понял, где она есть. Она уходит. А, не. Туда пошла. О, навстречу идет. Только как и... По прямой, да? Кабана стрелять, я не понимаю. Да не, вон она. Так. Вот она. Да ёлы-палы. Ага, да, сюда идет. Сейчас, надо понять, а налево, направо, где она там пока? Ага, вижу, 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 вижу. Мимо пошла. Вижу, вижу, вижу. Все, можешь стрелять, в принципе. Вот она. Ты зачем на нее набросился? Ты зачем? Да меня жаба, блин, замочила. Я не выпрыгивал. Вот это она ударила сзади. А, я понял. Я думал, вот тебя это... Так, надо новую машину найти. Жесть, как, блин, по кадрам. Я не сверху лежал, внутри машины сидел. Опа. Там челики. Люди. Так, броню сбил. Ёб твою, тут бот сзади стоит. Дёрнешь его? Ага. Спасибо. Они сюда, бот. Сюда идёт. Это бот. Там их люди. Почесал, а вот да, они делись. Ага, разговор. Да ну, меня по кадрам дергает просто. Офигеть. Я не знаю, на видео видно, наверное, да? О, какая-то новая фигня. Я одному по броне надавал сильно. А, вот он человек на мне. Вот здесь. Кабаном.
Ёк. Я не могу так играть. Блин, я даже не слышал его, понял. Это слайд-шоу какое-то. Я не могу стрелять так. Я ему накидал раз по броне, второй раз накидал по броне, но увы. Увы, короче, просто увы. Ну что ж, ребята, вы посмотрели на новый дробовик, да, вот такая вот у меня здесь, значит, я даже его не сильно настраивал, мне надо было на эргономику настроить, но ничего страшного. И на мобильность больше настроить, вот, так я лучше играю, это я тебе точно говорю. Вот, намного удобнее так играть, так. Ну и вот здесь вот такие вот настройки, что отвечает, кстати, за урон. Я тебе сейчас скажу, где тут магазин. Вот такой вот магазинчик есть. Все. Больше магазина нету, у тебя резерв 15. Боеприпасы, ну, вот только эти увеличивают урон, видишь? Эти, я не знаю, калибр разрывные, насколько они эффективные. Но вот Жакан, да, эффективная дальность и урон побольше. А вот эти желтые разрывные, непонятно, как они, что они делают. Вот такой вот простенький, значит, у меня простенькая сборочка. Вот такой вот дробовик. Но, вот еще, полуавтомат, это очень важно, полуавтомат и очередь есть с высоким содержанием пороха. То есть, вот, еще это, то есть, увеличивает, соответственно, урон, его можно использовать как полуавтомат, либо, а вообще, как автомат. То есть, вот такой вот дробовик. С вами был, как всегда, Алекс, ты видел, наверное, все новое и в магазине все видел, и как игра работает на данное время, ты тоже видел. Пока-пока, до скорого, увидимся.